сейчас проводила уборочку в моей секции для курочек. Это секции у меня примерно все одинаковые, 1,20 на 1,20 м, может быть, где-то 1,40 м. И в этой секции у меня содержится, в зависимости от породы, где 2 курочки-петушок, где 3 курочки-петушок, где-то вот подростки, вот как в данный момент. Клеточку я убираю, почистила. Подстилочка у меня всегда сухая, единственное, что темная, но раз в месяц я ее обязательно меняю, сверху не досыпаю. Когда провела, вычистила все это, провожу газовой горелкой, обжигаю газ, всю клеточку, и потолок, и пол, и стеночки, и потом обрабатываю экоцидом. Экоцидцы, производитель у нас Словения этого препарата, Москва, импортер, и очень, кстати, он недорогой. Сейчас я прочту, от чего он. Очков, правда, у меня с собой нет, сейчас будем читать, что написано. Экоцид С, комплексное дезинфицирующее средство. Порошок для... Вот, хорошо читать умею, да? Это так мелко написано, что... Порошок для приготовления рабочего раствора для дезинфекции объектов ветеринарных надзоров и для профилактики инфекционных болезней животных. Разводится этот препарат на вот этот объем... на 5 литров, но я, честно сказать, развожу его на 2,5-3 литра, чтобы увеличить концентрацию раствора и наверняка уже победить все, что можно. Ну вот этот раствор я рекомендую, использую я его очень давно уже, порекомендовал мне его кто-то когда-то, опытный птицевод, и с тех пор я его использую. Никогда он меня еще не подводил, и я его рекомендую использовать в своей куриной любимой работе. Всем спасибо за внимание.